без камеры можем все, чтобы не было на вашей записи ничего такого? Что, что ее обзывал? Вы слышали? Да, я слышал, и он не прав. Он не прав. Обзываться да. он не имеет. Даже если женщина меня обзывает на улице. Вы же читали, я скажу, женщина, что... успокойтесь, правильно? Что хватит он... уже. Я да. помню, друг, смотри. Совсем ненадолго. У меня канал вообще я прострочку магазинов занимаю. Я вас слышал. И смотрите. У меня вот это вот, его, честно, это был второй рейд совместный. Угу. И вот эти его драки, это неправильно. Останавливать нет. людей насильно. Вот видели, что он толкал байкера. Байкер что-то не упал. У меня видео остался. У меня говорит, я его. Есть видео, да, ну он прям взял вот так рукой, и тот что-то не упал. Правильно. Вот как. Что ты делаешь, слышишь? Рандом. Что ты творишь? Ущерб. Охернеться совсем. Вот так и тебе надо, правда. Вот так тебе. А, руки трясутся. Ага. Руки трясутся. Что делаешь? Отойди, говори. Что, руки трясутся? Отойди, блин. Что ты? Что? Ничего, блин. Ты что, совсем охернешься? Отсюда, а мы останемся, понял? Не оскорбляй. Извини за оскорбление. Бороду отрастил, шлем нацепил. Все можно, что ли? Так, а это... ДТП, кто бы это фамилия? Вот зачем? Я с вами соглашусь. Он стоит за машиной, да меня задавили. Ну, нельзя так делать. Согласен, его никто не задавил. Вы видели, я со стороны все время снимал, я в конфликты не ввязывался, ничего. Неадекватно себя ведут вообще со всех сторон уже. Уже очень смешно становится, честное слово. Вот его загородили со всех сторон. Просто я в шоке просто. Я в шоке. Ну, я посмотрел вживую его методы. Одно его методы на видео, когда смотришь, другое вживую. Абсолютно. Это абсолютно. Честно, совсем. Да. С таким лицом, и вы на меня вот так вот делаете шаг. Тут, сами понимаете, это просто защитная реакция, поэтому... А он такой выкладывает. Да, да, это да. хайп. Понимаете, да, для канала именно такое видео и надо выкладывать. Я понимаю. Он спокойное видео не выложил. Да, да, потому да. Потому что да. его смотреть никто не будет. Но вообще задача какая? Навести порядок на тротуаре, согласны. Да. Вы тоже за порядок. Да. Ну, заехали, конечно. Заехали. Да у всех штраф есть, господи. Ну, у кого не бывает штрафов, да, правильно? Да, и не без этого. Заехали, заехали.
Вот почему он, может, вы слышали даже это, вы постоянно рядом ходили. Угу. Может, вы слышали, зачем ты этого отпустил, да, он да, на меня? Да, зачем? Ну, отпустил я его, но он съехал с тротуара, да. Он исправил нарушение. Да. Да, вот это сама цель главная. Зачем средний человек, который провоцирует, чтобы были еще и драки, чтобы вот, были... Вот ему вот это надо. Вот ему для канала вот это надо. Для меня это у меня... Вот слышали, сколько раз он ее обозвал, пока мы были онлайн? Вот раз 300, наверное. Нет, он говорил, что похоже, но точно он, вот точно, я вам вот вот честно, это, да. Я скажу, точно он всего два раза сказал. Не раз 300, это что якобы похоже. Это неправда, и я правильно сделала, что я пнула, потому что раньше за этой женщины мужчин били пощечину. Это, ну, конечно, нормально. Это нормально. Будь я двухметровым мужиком, но я думаю, я не буду трогать женщину, которая... сумасшедшая обезьяна, знаете, правильно? А можно 1.70 девочку сказал... обозвать и думать, что я не побоюсь его... Он же мужчин в два раза больше, чем он. Он с ними так не общается. Оскорблять он не имел права. Не имел права. А я очень рада, что я от лица всех женщин его пнула. Но у вас тоже поведение было вызывающее. Вы знаете, ничего очень страшного. В следующий раз, когда меня мужчина любой будет оскорблять, раньше, в 19 веке, нормально, брали и перчаткой вот так делали. Все в порядке. Я ему не зубы выбила, и все в порядке. Нечего обзываться на слабых женщин. Пусть забегает в тренажерный зал и кричит. Да, я уже потом, когда это все осознал, я надеюсь... На ты перейдем, да? Да, пожалуйста. Я надеюсь, ты понял, потому что там именно вот это вот сама кипиш, и вот это моя просто защитная реакция, это одно. Когда да, уже осознал, да, я понял, что там просто это не надо было мне делать и все. Я потом вас услышал. Уже, да, пересмотрев видео, я понял, что там была другая ситуация чуть. Ну, тоже понимаешь, когда вот это все кипиш, все, толпа. Я вас услышал. Да, это реакция. Хорошо, все. Извини. Все. Не забудьте подписаться на канал. Вадим, лайк нахуй. Красавчик. Пацаны, из дорожного контроля красавцы, блядь. Че, ну красиво снимаешь, че.